День памяти и скорби. 22 июня вся страна вспоминает тех, кто ушел на фронт. Ровно 76 лет назад фашистская армия напала на Советский Союз. Почтить память погибших в Махачкале к университетской площади города пришли все желающие. Сегодня здесь ветераны, а также первые лица республики, в числе которых глава Дагестана Рамазан Абдулатипов. Отдала дань погибшим и наш корреспондент Ума Ибрагимова. Не землю нашу полюби когда-то, а превратились в журавли. Исполнение песни «Журавли» авторства Расула Гамзатова в День памяти и скорби уже стало традицией. В этот раз на всех языках народов Дагестана. Хоровое пение, возложение цветов к памятнику воинам – обязательные ритуалы, ставшие традиционными в этот день. Главный урок этой войны, как сказал Владимир Владимирович Путин, это возможность не допустить войны. И сегодня во всем мире вы видите разные, как раньше говорили, реакционные силы действуют в своих корыстных интересах и ставят мир на грани Третьей мировой войны. Чакар Меджидову побывала во многих городах России. Рассказывает, героев из Дагестана помнят не только в республике, но и за ее пределами. Женщина поделилась историей, которую ей поведали крымчане. Мы только с Теленкента побывали в Крыму тропою героев Советского Союза, которые освобождали Крым. Их 7 человек. Но нас особо интересовала судьба Магомедзагида Абдулманапова, 19-летнего парня из Дагестана, который сказал немцам, когда попал в плен, все погибшие эти ребята, мои братья, мы все дети одной родины матери. Вы знаете, ему предлагали жизнь, небо, солнце, море. Он сказал, а кто вам сказал, что я предатель? А вот 12-летний Мурат пришел возложить цветы вместе с дедушкой. О войне, к своему счастью, знает немного из фильмов. Я смотрел фильм «Битва за Севастополь» и понял, как наши солдаты воевали за нас. И сегодня, в такой день, 22 июня, День памяти, я пришел сюда, одел такую военную форму, чтобы почувствовать хоть чуть-чуть капельку, как переживали солдаты за своих жен, за своих детей. О храбрости и чести солдат помнили, помнят и будут помнить, ведь история знает тысячи отважных поступков фронтовиков, в их числе подвиг Владимира Рубинского. Русский богатырь косая сажень, именно так говорили сослуживцы о лейтенанте Владимире Рубинском. Не боясь врагов, в одиночку он взял в плен немецкий танк. Сегодня сотни и тысячи россиян ходят в этот день скорби с плакатом танка, именно в честь подвига этого лейтенанта. Ума Ибрагимова, Мухаммад Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.